Рецепт приготовления диетических щей с добавлением сельдерея и свежей капусты. Весна, как нельзя лучше подходит для приготовления легких и вкусных щей. Сельдерей и свежая капуста делают блюдо диетическим и легким. Вместе с тем, блюдо остается очень вкусным. Его приготовить совсем не сложно. Большое содержание витаминов делает блюдо очень полезным. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. В начале до готовности отварим куриную грудку. В приготовлении возможно использование любых других частей тушки курицы или можно применять овощной бульон. Промоем курицу и положим ее в кастрюлю. В кастрюлю налить воду и ставим на плиту. Когда закипит, бульон с пеной сливаем. Курицу промываем и ставим вариться. Добавляем луковицу, перец горошек и лавровый лист. Грудинку вынимаем минут через 40 и даем остыть. 2. Сельдерей и морковь очищаем от кожуры и натираем на крупную терку. Так как кожура сельдерея жесткая, срезаем слоями приблизительно 5 мм. Корнеплоды ложим в кипящий бульон и минуты 3 на маленьком огне дадим провариться. 3. Порежем капусту для щей. Берем только свежую капусту, бросаем ее в кастрюлю, добавляем промытого риса и ждем, когда закипит. 4. Пока капуста варится, чистим и нарезаем картофель. Картофель режем произвольно. Когда закипит капуста, добавляем мясо и картофель. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Огонь не добавляем. Минут 10 варим овощи, перчим и солим. Накрываем крышкой и даем настояться. Щи готовы. Вкусняшки, подписавшимся. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Картофель 3 штуки, сельдерей корень 200 грамм, горсть риса 1 штука, перец и соль по вкусу, капуста 200 грамм, курица 600 грамм, морковь 1 штука, лук 1 штука, количество порций 8. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного приготовления, приятного аппетита! Жду вас снова!